Итак, здравствуй, пацанючек, с тобой я, Кирилл, и мы продолжаем прохождение Resident Evil 4, третий сезон, девятая серия. Итак, что же, прошлая серия была довольно тяжелая, мы, победили все-таки Краузера, Мишу ГТ, все-таки смогли мы его победить. Да, я хочу признаться тебе честно, я эту серию уже пытался записать 2 дня назад, но у меня это вышло очень-очень небрежно, так сказать. Я решил ее перезаписать уже в субботу с новыми силами, как раз после, день после того, как мы посмотрели 108-ю серию, хорошенько поржали над переводом. Итак, что же. В общем, не знаю, получится, не получится. Я за кадром тут потренировался пройти. Там реально будет впереди очень тяжелая такая ситуация. В поддержке у меня будет вот это вот прикольненькое кофе. Блин. Сейчас, секундочку, мальчик. Итак, прошу прощения, пацанчик, кофе немножко разлил. Итак, в общем, в поддержке у меня будет кофе, также будут вот эти вот прикольненькие бутербродики, и еще будет прикольненький вот такой вот тортик. Вот почему у меня он появился, я тебе расскажу позже. Итак, а мы... Ну что, начнем прохождение. Сейчас будет небольшая кат-сценка с новым персонажем, который появится всего лишь один раз, и озвучим его, разумеется, непосредственно один раз. Так что слушаем диалог. И впереди будет довольно такая тяжеленькая ситуация. Все, слушаем. I was contemplating how to get rid of him, but thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm going to have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Итак, в общем, Хаотикс говорит о том, что убив Краузера, мы сделали ему такое одолжение, в общем, говорит, что он ему и не был нужен, что ли он зря его убил. На самом деле он врет, как мне кажется, потому что, реально, Краузер с такими-то способностями вряд ли не нужен был бы Лорд Садлер, но тем не менее. Ну что же, идем мы вперед, слушаем еще один одну кат-сцену, уже не брифинг, а уже непосредственно саму кат-сцену с новым персонажем, который будет всего лишь один раз. Вертолетчик, мы его озвучим один раз. Ну и естественно этот персонаж нам немножко поможет в этой локации, хоть как-то. Смотрим. Ебанутый шапокляк, блядь! Ах ты паскуда! Все, ты меня достал! Курочка, пососи мои яйца! Да тебе привет, с вами я, Кирилл! Довольно мало у нас мы его озвучили, довольно мало этого майка, да. Но тем не менее. Итак, вот он нам немножко помог, и с этого момента начинается потасовка, да, такая очень серьезная потасовка.
и начинается хард, как говорится, реальный хард. Но, естественно, в этом харде есть чекпоинты, так называемые, контрольные точки, так что так уж сложно нам не будет. Сейчас стреляет этот миниганчик такой, и нам нужно, как бы сказать, не попасться ему под прицел и хранить все патроны. Он стреляет, мы ждем момента, убегаем. Сбиваем ее, вот эту бочку, вот этим путем. Почему не сбил ножом? Потому что если бы я сбивал ее ножом, мне бы не хватило времени. Сделаю потише, мне бы не хватило времени, и он бы меня задел. И пытаться его не стоит смысла, пытаться его убить, потому что он защищен. Он тут реально очень хорошо стоит, и его тут не убить. Потому что я уже убедился в этом. В прошлом неудачном своем прохождении этой серии, так сказать. Сейчас он стреляет еще раз, и мы быстренько бежим вон туда вниз по лестнице. Так, все. Так вот, бежим, быстренько так. Набегает очередная, кстати, пассия этих дебилов. Вот он мне попал чуть-чуть, но это понятное дело, что он мне попал. Сейчас мы забегаем сюда. Блин, господи, боже мой. Так, в общем, не знаю, что сейчас делать. Где? Блин, надо еще не сюда сейчас идти. Блин, не туда пошел. Да господи, ты, дайте мне по лестнице-то залезть. Что-то как-то я неудачно начал. Ну ничего, сейчас мы их... Эту... Давайте, убираемся отсюда. Вот оно помогает, сейчас уничтожится база первая. В общем, их не такая, так, не, такое небольшое их не прикрытие. Да, вот он, наверное, вместе с ней сбил этого миниганчика, так что он нам упростил задачу. Но эти обычные дебилы остались, поэтому, как говорится. Вот тебе, это, ты кто такой, тебя не звали, иди ты на... Ты понял, на что? Так, в общем, сейчас будет. Блин, не могу прицелиться, он слишком стоит по-дебильному. Блин. Сейчас прицелюсь у него. Не мог прицелиться. Так. Да ё-моё. Так, все, сейчас будем. Он ставит, и я уже здесь. Ты где? Я здесь, идиот. Ну. Здесь что ж нам траву дали. Тут где-то есть, я помню. Это красная трава, поэтому... Думаю, все будет норм. Так, теперь мы... Берем эту траву и берем этот патрон. На нас набежит, в общем, идиот какой-то. Мы его ножиком вот так, на его, так добьем. Так, пока вроде нормально начали, хотя и не очень, потому что мы тут задели немножко. Так вот, он опять появляется. Очень неприятные гости. Одного получилось вырубить, второго же придется, наверное, штурмом. Хотя, в общем, сейчас нужно копить хорошенько патрончики от дробовичка, потому что они нам тут понадобятся. Блин, я попасть не могу. Блин, какой-то идет сзади. Блин, сзади какой-то толчок был, погоди. Так, вот мы одного. Я не знаю, сколько они тут будут резаться, но предел, тем не менее, должен быть. Этот промежуток должен быть, как в секторе газа музыки. И вот он второй уже пошел. Бензопильщик. Блин, господи, боже мой. Надо быстренько бежать в это. Место нас будут пытаться окружить с двух сторон. В общем, в этом месте. В общем, пытаться нас окружить будут сейчас. Но мы не должны медлить. Вот он. Пошел. Вот они с двух сторон, господи, боже мой. Я же сказал, с двух сторон, они опасные. Опасные челы, так сказать. Так. Сейчас мы объединим. Так, еще одну используем, потому что как бы опасно, да, то есть. Не, ну один. Попробуем его с ТМП. Господи, да что ж такое-то? Господи, ты отвалите от меня. Что ж ты
людьми, как ему не получается, да, ну реально тяжело как-то проходить стало. Просто вот так вот мы нажимаем, сейчас будет тут чекпоинт, да, и все, и теперь мы, непосредственно все у нас в порядке, потому что чекпоинт. В общем, мне офигенно сейчас как повезло. Все, мы направляемся далее. Так, прошли мы этот момент, такой тяжелый, да, довольно. Но, тем не менее, сейчас будет еще тяжелее момент. Это вот он, этот миниганчик. Миниганчик уже, который посильнее. Сейчас просто забегаем вот в это вот убежище. Да блин, ну все, мне капец. Но, благо, тут есть контрольная точка. Вот они даже вдвоем даже стреляют уже. Если повезет, нет, не повезет. Ну, давай своего убей. Чё ты своего дружка-то не убиваешь? Так, открепимся чуть-чуть. Не, ну вряд ли сейчас момент пройду. Ну, тут контрольная точка. Есть. Так что. Так, вроде бы нету больше. Должен будет стрелять. Еще один шаг, и мы тут. Не знаю, получится, не получится, но я говорил, тут реально тяжело было, серьезно. Тут такая просто ситуация, аптечек нету и с двух сторон. Ну, сейчас должны с контрольной точки, по идее, начать. Да. Но появилась сложность. А, хотя... Так, сейчас главное не попадаться под эти, так сказать. Тут будет у нас миниганчик. Опять забегаем сюда, и уже на этот раз не попадаемся. Так, у нас патрончики от пистолета. Так, пытаемся, господи. Придется потратить придется один патрон, но ничего страшного. Так, осторожно, сейчас он своих убьет. Да, благо вот это продумали, да, то есть как бы он стреляет, он может убить своих. Трава. Надо не пропустить момент. Я знаю, тут есть кое-где еще красная трава. Надо просто ее найти. Все, он стреляет сейчас. Так, мы быстренько вот так вот делаем, да? Все вот так быстренько, прям абсолютно. Нос! По твоей роже. И тут, наверное, уже надо использовать дробовик, да. И, Пашенди, как ты говорил, твоя тактика не работает. Я серьезно, я пробовал в прошлом прохождении, как ты говоришь, его стрелять головом, пока он так делает, подбегать, и нету суперудара, никакого нету. Нет кута, нету. Я пробовал. Могу даже тебе доказать, смотри. Сейчас. Смотри. А, нет, сейчас не получится. Сейчас он слишком поздно. Так, сейчас. Так вот постоянно делаем. Помню, я тут на нем сильно застрял. На нем. В прошлом прохождении. Ну, как говорится, на ошибках учатся, да? Просто надо постоянно в голову ему стрелять. Будем стрелять в него, пока не убьем. Рано или поздно мы его, конечно же, убьем. Да, все. Все убили с первого раза, да, повезло нам так вот хорошенечко. И сейчас будет вторая контрольная точка. Такая очень серьезная вторая контрольная точка. И перед ней нужно как следует подкрепиться, пацанючек. Тортиком. Да, довольно такая серьезная часть, не на расслабоне. Я думал, что на расслабоне при первом прохождении, но оказалось, что нет. На тебя, пацанечек. И за свое здоровье, за здоровье Леона. Давай. Леон, чокнемся. И сейчас нам понадобится дробовик, потому что
будет такая серьезная ситуация. Так, я открыл. Все нормально. Так, в общем, добираем. Так, там стоит тут один идиот. И там где-то есть красная трава. Тут где-то должна она быть. Да, вон красная трава уже видно. Так, что-то крит не получается поставить. А, он же этот. Лучник, его можно было с ножа убить, ну ладно. О, ТМП. Обожаю патроны от ТМП. И начиная с этой контрольной точки будет довольно такая тяжелая такая резня, мазня, так сказать, которую пройти уже будет довольно тяжело, и дальше я уже не прошел даже при первом прохождении с миллионами проигрыш. Так что, тут, как говорится, да. Возможно, стоило мне, да, пройти сначала полностью на профессиональную игру саму, а потом уже проходить ее же уже на запись. Потому что, как ты видишь, по моим-то проигрышам, это понятно, что стоило мне ее пройти. Но если бы я проходил ее заранее, то я бы к скончанию веков бы ее тебе на записи бы не прошел. Так что, да, и вот она, контрольная точка эта, уже очень тяжелая. Так, сейчас мы убьем некоторых, что появится очередной миниганчик. Так, и уже он, да. Как я и говорил, нужно было будет экономить патроны, что убивать скотину. Наконец-то. Еще так вот сделаем. Все. В общем, сейчас прямо не идем, идем налево. Да, вот идем налево, потому что прямо это самоубийство нас просто замочит миниганчики. Поэтому прямо лучше не идти. Да, и у нас уже есть. Одну зеленую траву мы используем, а одну соединяем. И у нас в запасе есть одна аптечка. И 15 патрончиков в порошке пистолетика. Сейчас у нас будет 5 хлопушки. Так, сейчас мы сейчас уже сразу используем ружье. И стоим здесь, ждем. Потому что сейчас надо будет прыгать. В принципе, дела не надо. Так, вот делаем. Опа! Так, берем пистолет. Так, вот хлопушка. Мы сразу же следим за этим дебилом, который ее будет бросать. И не позволяем, чтобы он ее бросил. Сейчас он взорвется. Все. И дальше я уже не проходил. Ибо тут у меня просто было мало патронов. Господи, кто стреляет? Я думаю, я сдох. Появляется сзади, да, лучник. Господи ты, боже мой, а? Ты кто ж такой-то? А ты чё? А она чё? А он чё? Да, тот самый опасный момент. Господи, боже мой! Помогите! Ну, вряд ли я с первого раза этот момент пройду. Опять у меня такая ситуация. Такая тупая, да? Ладно, попробуем сейчас снизу. Да, выползли уже более сильные элиты, так сказать. Все. Хотя бы аптечку бы дали. Ну, видите, что же у меня уже критическое состояние. Ну, где же аптечки-то? Ребята, разработчики, пожалуйста. Просто пытаемся изо всех сил. Нет, не выходит. Ну, тяжело, ну видишь сам. Тут как бы реально, ну, тяжело. Пытаемся тем же путем. Сейчас опять придется брать красную траву. Но без нее никак, потому что, ну реально, аптечки нам сейчас нужны. И, господи, бери ты уже, бред. Так, и тут должен быть где-то... А, нет, нету. Значит, сохраняется у нас убитое количество людей на этой локации, да. Так,
все. И опять пытаемся, как говорится, ковылять. Да, ковылять мы пытаемся. Используем винтовку. Сейчас. Сейчас мы последний патрон, как говорится, экономим, он нам кое-где понадобится. Чтобы убить одного из миниганчиков. Но тут будут и такие миниганчики, и этакие, и другие. Перематываем. Блин. Этих миниганчиков нужно будет сбить. Причем хорошенько сбить. Да, реально такой тяжелый довольно момент. Так, сейчас они появляются. Так, а мы сейчас пока выключим этот аппарат. Удалить, да. Чтобы он нам не мешался. У нас три патрона есть, и это замечательно. Господи, боже мой. Сейчас мы возьмем. Нет, сейчас мы не берем, потому что сейчас будет. Будет у нас. Хлопушник, так сказать. Ох, ё. Наверное, он его взорвал. Ну, молодец, спасибо тебе большое. Помог нам, как говорится. Сейчас будет стрелять. Так, и тут сейчас нам будет, наверное, мешаться какие-нибудь дебилы, как всегда. Пока никто не лезет, сейчас будем, кажется, его пытаться убить. Нет, как мы не попали? Я точно... Я видел, что я прицелился. Ну, ладно. Блин, а господи. И кто стреляет? Вот да, вот тут реально вообще такой момент, как будто Миками реально очень такой, блин, чувак такой прям. В том плане, что реально вот я пытаюсь, да, а он знает, что я хочу его убить, этого миниганчика, и специально насылает сзади каких-то дебилов, чтобы они мне мешали этими луками своими тупыми. Вот это Миками реально, вот я, вот это мне недоволен, серьезно, Миками в этом плане, что он такой вот придумал, потому что пытаюсь убить, а мне сзади окружают какие-то идиоты. Вот опять один еще пришел. Вот что тут? Вот что ему надо? Иди, на алкаш тупой, иди отсюда. Ну иди, сказал. Либо мне аптечку давай, либо вали отсюда. Блин, еще появились одни. Господи, боже мой. Да что ж, когда же я его убью-то, а? Всех убью нафиг. Понял? Как он сюда попадает, не пойму. Через эти деревянные, так скажем, доски. Все, вот сейчас срезаться уже не должно. Вот он наклонился, нагнулся, сейчас мы встанем. Да как, я же... Вот это был бред сейчас. Нет, нельзя его отсюда убить, не получается. Ну, не получается, так не получается. Что же поделать? Так и опять начинается у нас. Это идиоты опять окружают, да. Сейчас все, бежим. Так вот просто берем. Блин, вот тут я-то и проиграл тогда, при первом прохождении. Да, вот тут реально тяжелая локация, серьезно. Тут реально, тут невозможно с первого раза пройти. Невозможно, если ты проходишь при втором прохождении, у тебя уже дохренище оружия, полный кейс там всего, тогда реально, с бесконечным ТМП, вот этим всем, да, это реально. А так, по-нормальному, на профессионально это нереально пройти с первого раза. Если ты пошел с первого раза, то не знаю, ты на какой-то этот, книгу рекордов Гиннесса побил, наверное, по этой игре. Не, ну если пошел с первого раза на легкой, то ладно, а вот профессиональный это уже, да, реально, книгу рекордов Гиннесса побил. В общем, не знаю я тактику в этом месте, сейчас перекусим. Да, реально, я не знаю тактику прохождения этой локации, чтоб меня не убили, а это не знаю, серьезно, признаюсь. О, он веснулся, даже было видно, что он веснулся. Отлично. В общем, что мы сейчас делаем? Мы не полностью бежим, мы просто потом спрыгиваем.
Сейчас он опять убьет того. Да не, вроде все норм. Господи, сейчас взорвется. Да. Как? Что это сейчас было? Почему я умер? Да, уже третий раз. Ну, сам понимаешь, тяжелый момент. Как в математике есть тяжелые темы, которые реально тяжело понять. То же самое этот момент. Реально тяжелый, сам по себе, его тяжело пройти. На этой сложности. Да нафига я её использовал, ну ладно. Тут рандомно, да, попадаются, то могут. Могут попасться от винтовки, могут от ТМП. От чего угодно. Да, молоко. Не знаю, может попробовать сменить тактику, пойти прямо. Давай попробуем реально. Сейчас залезем сюда. Попробуем сменить тактику, что ж будет. Так. Ах ты, господи, ты что ж за дебил-то, а? Да. Это тоже довольно тяжелая ситуация. Меня постоянно ведут атаку на меня, да? Но мы не будем, говорится, церемониться. Да, наверное, реально стоило этой тактикой воспользоваться. И пройти все с первого раза. Потому что по той тактике я просто не вижу нормального способа, так как там реально все на харде. Мы должны просто найти этого. Ух. И убить. А, облом. А, нет, хотя, может, и не облом. Нет, не попадаем. Значит, вот продумали реально все до мелочей, как говорится. А, вот. Еще можно так сделать. Вот ты, гад. Ну... Конечно. С одной стороны, как крыса, блин, атакует. Так только крысы делают, ты в курсе, чел? О, это мне нравится. Итак, да, прошли мы первую стадию, такую мини такую стадию, господи, боже мой. Ну, как всегда. Ну, не могу, не знаю, чё. Но я знаю тебе тактику прохождения, это плюс. Все, я понял. А, блин, отсюда начали. А, блин, я думал, мы оттуда начали. Блин, я уже обрадовался. Все, быренько собираем.
тем, что ее используют. Я же не просил ее использовать. Получим налево. Причем, как одного снайпера сбить мы уже знаем. И второго мы тоже собьем. Так что, есть у меня одна тактика. Господи, сколько же вы тут жить? Лучшие гады. Все, быренько, даже траву не берем, прям сразу, на момент. Бежим, потому что нас могут тогда убить. Господи, ты что, охренел, что ли, с ТМП сблизи? Ты же себя тоже подорвешь, идиоты. Маленький ребенок вообще даже стрелять не умеет. Себя подорвать хочет, что ли? Он этого, походу, добивается. Чё там, дрокал что-то там? Чё ты стоишь в углу? Всё, сейчас мы первого снайпера убьём. Так, вот немножко на изи. Этого отвлечем. Да, этого убьем, чтобы тот нас. Дымка, как? Скотина. Не знаю, что делать. Но та тактика это реально, кстати, хорошая, реально. Это просто сейчас не везет. Он как бы выбивает, да? Просто не везет чуть-чуть. Сейчас я. Сейчас повезет, не волнуйся. Уже где-то минут 30 чем-то мы проходим. Надо сейчас реально этот момент пройти, потому что ну все, хватит уже. Все. Достаточно. Хватит в игрушки играться. Я разозлен. Все, так. Сейчас очень серьезно относимся к этому. Без всяких шуточек, без всяких прибауточек, там не знаю чего. Так, вот одного убили. Прям мгновенно прям бежим налево, потом резко направо. Все, бежим. Ух ты, как чё-то прям в смяточку. За яйца в смяточку. Ну ладно. Что так много урона-то не помог? Чуть нас задел, ну ладно. Чё, охренел, блин, с этого. Ты себя подорвёшь, придурок. Господи, ты сколько в него всадить-то надо? Вы же не такие бронированные, сейчас заплачу. Всё, обойму, блин, в него всади. Вот, правильно, вернул мне мои патрончики. Мои кровные патроны. Ну, да, да. Скотина.
вечно на этом месте меня убивают. Вот что мне делать? А, все. Понял. Понял я, что надо делать, все. Значит, смотри. Туплю я чуть-чуть. В общем, сейчас мы делаем вот такую тактику. У меня появилась просто замечательнейшая тактика. Теперь мы уже не проиграем. 80%, что не проиграем, это точно. В общем, мы должны, как мы сейчас делали по этой первой тактике, убить того первого, ну, миниганщика. Потом должны вернуться, спуститься вниз и пойти по тому пути, по которому мы ходили в первый раз. Ну, где мы еще постоянно проигрывали. И там убить уже второго, потому что нам первый уже не будет, ну, второй уже не будет мешать, чтобы убить первого. Вот такая тактика, все. То есть ты ничего не понял, но сейчас поймешь по ходу прохождения. Сейчас поймешь, пацанючек. То есть смотри, я просто бежим, так, все как обычно, все делаем, да, забежим налево, как обычно, мы делаем, и не высовываемся, кажется, не даем нам себя убить, то есть повредить даже повредить, то это сейчас очень важно, хотел попасть, ну оттуда, не думаю, резаться не буду. Господи, да что ж такое-то? Это только из-за моей тупости я проигрываю. Сейчас ждем еще раз. Золото не собираем, потому что нам нет на это времени. Все. О, господи, слушай, как он попал-то? Я же старался убегать. Что такое-то? Блин, это Resident Evil 4 меня уже начинает бесить. Я прохожу ее последний раз. Все. Мое терпение лопнуло. Дебильная игра, блин, реально. Надоело, блин, постоянно проигрывать. Блин. Тактики эти разные придумывают, блин. Надоело, блин, реально. Нервотрепка вообще такая. Понятно, забыл я, да. Наверное, опять проиграем один разок. Траву дай мне от него, пожалуйста, ём. Видишь, что у меня здоровье, нет, хелс, я не здоров, я no health. Какие патроны, ну они, конечно, да, они нужны, но не сейчас. Так. Ну, сейчас у меня такая тактика, даже если я проиграю, я думаю, смогу ее показать все равно, эту тактику. Берем дробовик. Так, в общем, сейчас, блин, перейди отсюда. Так, все вот так вот делаем, смотри. Все, и вот так сразу же убегаем вот сюда. Прям сразу мгновенно вот так убегаем. Господи, боже мой. Успели. Давай, иди отсюда. Иди отсюда. О! Хоть что-то, уже хоть что-то. Но все равно этого недостаточно, тем не менее. Класс. Кстати, я заметил, от них вообще не резается Last Plagueis. Кстати, реально, почему? Если мы их всех тут убьем. Так, осматривать, куда туда не лезть, думаю, не будут. Да и пошел ты сам со своей хлопушкой тупой. В жопу себе засунем. Сейчас еще раз ждем. Все. Сейчас ждем еще раз. И пыренько прям очень мгновенно. Или мы успеем, или мы не успеем, я что-то так и не понимаю. Мы вроде успеваем. Так, ну что, отличненько. Все, теперь мы на его линии, на этого миниганщика, на линии этого миниганщика, так. В общем, не знаю, получится, не получится. Но тут реально тяжело. Не знаю я, как у меня все пройдет. Но хорошая новость есть в том, что мы убили всех его подручных. Остался он один. Делаем вот так быстренько. Ну, чуть-чуть не успели. Вот капельку.
Ну это уже из-за здоровья. Если бы здоровье побольше было. Ну, теперь тактика. Ну теперь ты понял мою тактику, собственно, да? То есть как сделать так, чтобы его убить. Теперь главное следить за здоровьем. Тактику-то мы знаем. Итак. Ну тут реально тяжелый момент. Не знаю, почему, как я на легкой вообще его прошел. Ну, не знаю этот момент. Тут вроде как полегче, да, на легкой, но тактика так и так одна и та же. Ну, что-то мне такое чувство, что появится этот миниганчик такой толстый. Что-то мне такое чувство, что он там появится. Потому что я помню, он там появлялся на легкой, на средней, по-моему. А вот на как на профессиональной я не знаю, появится он там не появится, но. Тем не менее, будем действовать по той же тактике. Какое золото, блядь? Вроде мне золото нужно. В общем, сейчас ждем его подручно. Ой, крыса спрятался, хочет меня убить. Какая-то крыса меня убить хочет. Завелся. Так, а мы используем одну траву. И все, так, теперь бежим уже туда непосредственно. Сейчас он еще будет расстрелять. Так. Все, и уже бежим. Уже, как говорится, мгновенно сразу. Сейчас будет один этот идиот. Охренеть. Не помню, как им оружие прибавляет здоровье. Оружие. Я не понимаю. Вот взять того же Дона Сальвадора, да, вот этого, который бензопилильщик, да, то есть он надел просто тряпку на голову, и у него уже прибавилось здоровье. Это же бред какой-то, серьезно. Потому что я не понимаю смысл. Будем успеть бить его в спину все время, ну, непосредственно рано или поздно убьем. Так, теперь берем дробовик. Еще раз он стрельнет. Я понял, реально, тактику. Надо было ее понять раньше. Но, собственно, время задержалось. Да, задержалось. Все. Даже от него ничего не берем. Хотя. Махнул, надо взять, господи! Попал, блин. Перейдем мы вниз. Связано, она еще будет резаться, да. Да, я так и знал. Нам это, как говорится, не страшно. Мы все равно пробегаем. Но слава богу, что он остановился, да. То есть как бы. И все, мы на его линии, опять же, как в прошлый раз. Но теперь-то у нас ХП-то больше. В 100 раз, чем у него. Нет, рано. То есть поздно, наоборот. Он будет стрелять. И мы вот так быренько, просто вот так, со всех ног. И все, вот так вот делаем. Оп. Оп. Кто-то еще стреляет, ты господи. Еще затупил-то. Да, внизу один был. Был один внизу, вон он стоял. Я думал, их двое. Слева и с правого угла, а там еще внизу один был. Ну, не подумал я. В общем, делаем вот таким образом. А, там где-то, помню, было укрытие. Сейчас. Там мы с этого укрытия убьем сначала... того, который слева, потом нижнего, а потом уж того, который справа. У меня такая тактика. Думаю, она сработает. Если бы не нижний, я бы прошел. Просто я не учел нижнего. Нижнего миниганщика.
Да, и вот уже довольно долго проходим, заметьте, что я уже знаю тактики. А если бы я не знал бы и проходил бы, тут еще бы по 1000 раз проигрывал. Сколько? Минут 90, наверное, бы заняло все мое прохождение. Эта часть только одна. Да представь, сколько это ждать надо сидеть и смотреть. Так что тут я уже ничего не поделаю. Теперь мы ждем. Блин, не подумал. Хотел быстренько все сделать. Ну ладно. Ну раз 20 уже проиграли, думаю, точно. Одно и то же по 100 раз. Ну, блин, не дали ничего. Жлобы разработчики. Встал. Хочешь меня убить, да? Я тебя не увижу. Я вас всех сделаю, гады. Ну, что ты мне сделаешь, идиот? Все, теперь можем бежать. Там он дрова, я вижу. Сейчас быстренько его убиваем. Магнум, охренеть, магнум, да. Этого балбеса. Где он чуть-чуть-то он открыт все-таки, да, вот я вижу. Так что может как-то можно вырубить и так. Да блин, эта фигня мешается. И ничего не видно, блин. О, попали, смотри. О, блянь! Убили! Убили мы! Отлично! Это уже хорошо. Господи, пожалуйста, не убивай меня. Это такая тактика, блин, была. Осталось нижнего убить и дело в шляпе, как говорится. Носильщик хренов, отвали от меня, мне надо убить нижнего. Ты что, не видишь, что ли? Чего вы пришли ко мне? Изнасиловать меня ходить, да? Вот иди к своему мужу, блин, тупому. Да что ж такое-то? Да что ж вы такие дебилы-то? Осточертели, блин, отвалите от меня. Так вот, у нас прикрытие есть такое небольшое. И все, последнего убьем. Или не убьем. Вали. Ух ты, аптечка. Отлично. Что ж такое? Ты задолбали вы меня. Отвалите. Дайте пройти. И так я из-за вас не проиграл.
Все, убили мы всех. Теперь нас никто не попадет. Фух, ну слава богу. Наконец-то. Теперь дело за малым. Теперь дело за малым. Ой, иди отсюда. Ой, косая лавка, иди от меня. Ты думаешь, ты мне попадешь за всего того, что я сейчас прошел? Я тебе просто не позволю это сделать. Все. Отлично. Теперь осталось просто активировать все штуки. И дело в шляпе. Да, просто шкурку взял. Тебе нам нечего бояться. Сейчас, по идее, должен кто-то появиться. Или нет? Или да. Посмотрим, что. Наверное, появился. Но если появится миниганчик, то ни в коем случае ему проигрывать нельзя. Тут чувствую, я тут кто-то есть. Или нет? Нет, все-таки не появился. Значит, он где-то в другом месте появится. Да, наконец-то мы прошли. Очень долго действительно мы проходили, но я реально не знал тактики именно здесь. Да, это просто был демор, да, серьезный был демор такой. Деморчик, так сказать. Ну а что делать? Будет в нас стрелять. Я ж тебя найду, я тебя трахаю, сука! Паскуда такая. Ну, блядь, садись ты в маш... Я нажимал на F, блядь, 1000 раз, сука! Parasite out of my body. I wish you luck. Итак, пацанючек. В общем. Да, не повезло нашему приятелю Майку, которым Леон познакомился, уже просто мечтал завести такие хорошие дружеские отношения, но да, не тут-то было, да. Какой-то обычный, какой-то идиот, понимаешь, просто какой-то обычный дрыщ идет, его подорвал. Это так обидно, серьезно, или он просто обиделся. И сейчас будет за кадром плакать, как и я. Ну да, в общем, да, довольно долго мы проходим, уже около 55 минут. Майка не заплатит за это, ну да. И он считал Майка своим другом, потому что из друзей-то у него, к сожалению, уже никого и не осталось. Крис в армии там воюет, этих своих... Негров убивает президент УЛ-5.
Ада неизвестна, на его она стороне, не на его. Эшли похитили, и он должен ее спасти. Такого настоящего друга у него-то и нет, как вот ты у меня, пацанчик, или я у тебя, там, как вот настоящие друзья, вот там, два их или трое. Мы с Заикиным, да? А у Лёна остался один, уже мечтал завести себе хорошего друга, но не тут-то было. Что же, уже пора заканчивать, да, и тут я, наверное, скорее всего, вернусь в самое начало локации, и там уже, наверное, где-то сохранюсь. Да, наверное, уже вернусь в начало локации. В общем, сейчас я поставлю на паузу и проверю. Проверю, в общем, можно ли сохраниться или нет. Потом возобновлю видео. Ну, чтоб... Потом возобновлю отсюда же видео. Так что все, Пашенди, жди, сейчас. В общем, телепортировались мы сюда. Сейчас мы сохранимся. Так, ну и телепортируемся обратно. В общем, я успел этот разочек за кадром проиграть. Разочек я тут успел, да. В общем, там остался в локации один миниганчик, который меня постоянно пулил. И я, в общем, когда сохранился, побежал сюда, и он меня по дороге один раз убил. Я начал заново, и сейчас вот прошел. Такая вот фигня, да, он там остался. Ну, в общем, все. Да, довольно такая очень длинная, да, часть. Ну, такие части бывают, это не исключение на этой сложности. И для меня тем более, да. Так что, ну что же, это была 9-я серия 3-го сезона прохождения сериала Resident Evil 4. Надеюсь, тебе она понравилась. Но хотя бы мои тактики, которые я разрабатывал сам. Так что, давай, Пашенди, ставь оценки и все остальное. Да, по времени это уже ранг, такой буквы, не знаю, последний ранг Я. Да, ранг Я у нас получается уже. Но по тактике не знаю. Ну, долго я разрабатывал нормальную тактику. Ну, в принципе, не важно. Ну, ладно, все, пацанечек. С тобой я Кирилл, запиваю кофе. Все, удачи тебе, пацанчик, и пока. Увидимся в следующей серии. Сейчас я ее обработаю и пойду, собственно говоря, к тебе. Все, давай, пацанчик, пока. Увидимся в следующей серии.